Как видите, линии надо владеть, потому что от толщины ее, от того, где мы сделаем акцент, будет изменяться наша форма, объем. То есть вот эти все вещи, они нам необходимы, и какие-то знания. Вот я вчера сделала, например, мне сейчас там что-то может не нравиться. Я вчера делала без образца прорезь, и сегодня я положила уже прорезь перед собой. Вот если кто не смотрел мои предыдущие видео, вот у меня такая была прорезь, она у меня выставлена в группе в Фейсбуке. Если кому-то нужно, ее можно скачать и использовать для рисования иконы. Здесь такой по-своему интересный лик, конечно. У него есть своя специфика. Вот здесь такие завитки на прорези, я уже, хотя они мне не очень нравятся, я их повторю немножко по-своему. То есть я сейчас тоном тоже, не тоном, вернее, линиями. Как видите, я использую толщину линии, я ею тоже работаю сейчас как для выявления формы. В принципе, все, что мы делаем, оно все для того, чтобы так или иначе проявить форму, объем в картинах пространства. Так, я просто немножко задумываюсь, потому что там на прорези как бы для меня кажется не все вполне логично. Поэтому я, может быть, даже здесь вот так сделаю. И вот интересно то, что я сейчас работаю с одним образцом и делаю работу на двух разных плоскостях, но
Самое интересное то, что они, конечно же, будут очень отличаться друг от друга. Возможно, здесь есть сейчас такой элемент, что я как бы хожу немножко по кругу, но такое иногда в работе бывает. Просто для меня эта техника, как бы она приемлема. Я работала ею, но для иконы все же лучше это яичная, натуральная темпера, яичная эмульсия. Вот. Здесь для того, чтобы проявить контур драпировки, я взяла немножко, развела эту же коричневую краску. Для того, чтобы у нас была растяжка. И вот такой же разведенной красочкой я где-то трону на голове, чтобы она форму черепа еще вот закруглить немножко вот по теням. Для меня вот поливинилацетатная темпера, знаете, она, как бы вот, если бы я ее характеризовала, это что-то среднее между акварелью и акрилом. То есть, когда мы ее разбавляем, мы можем делать даже какие-то акварельные вещи, но когда она густая, ей также трудно работать, вот как акрилом. Не то, что трудно, я имею в виду, она ложится более туго. Вот я здесь... Еще раз повторяю, что здесь я уже работаю такой, этой же коричневой краской, но просто вот полупрозрачной, чтобы притенить
Я думаю, что мой метод работы немножко отличается от других иконописцев, которых вы видите в интернете. Можете написать это в комментариях. Так ли я понимаю? То есть сейчас я немножко уже занимаюсь такой банальной лепкой формы. И обратите внимание, я использую просто чистую воду для того, чтобы работать тоном. Вот, вы понимаете, я, ну, как вы видите, я работаю так вот, такими полупрозрачными цветами, поэтому, возможно, еще я не люблю использовать в работе глухой санкирь, потому что он очень ограничивает и делает работу более такой, я бы сказала, мертвой. Ну, это мое личное мнение. То есть, кому как нравится, то так и работает, естественно. А почему я здесь вот сделала так вот темнее? Потому что, поскольку у нас источник света падает оттуда, мы вот эти места все, которые попадают в эту зону, я буду это показывать вам потом на другом канале, и с точки зрения рисунка, там больше это схематично проработано, вам будет больше это все, ну, вернее, вам будет это все более понятно тогда, когда мы в виде схемы на это посмотрим. То же самое вот и с этим глазом. Видите, там у нас идет как бы височная кость, она имеет такое углубление некоторое. Я пока это делаю так прозрачненько, вот чтобы наметить и не испортить. Вот, и здесь у нас тоже тень попадает вот. В
второй глаз у нас в общем в целом находится сильнее в тени. То есть это вся часть лика находится в большей тени, чем эта половинка. То же самое происходит здесь. Мы лепим форму, учитывая анатомию головы, пластическую анатомию. Можно все это делать просто штришочками, но я вот пока так делаю, как бы тоже штришочками, но такой разведенной краской. Я еще по тем же местам немножко прохожусь, чтобы слой был более равномерным. Потом я еще там буду повторять прохождение охрой. Ну, в общем, видите, я работаю такими штришочками здесь также. То есть постепенно вот такими штришочками можем прорабатывать. И когда мы это делаем осмысленно, не обязательно делать все от начала до конца. Где-то можно усилить ритм, где-то ослабить какую-то тень. Вот. Вообще-то очень интересно вот этот процесс моделирования форм, потому что он такой довольно-таки и сложный, и объемный, и вместе с тем он... Именно этот процесс приводит нас к определенному результату. Вот здесь, видите, я беру просто полупрозрачными штришочками работаю. И для такой поливинилацетатной темперы это вполне такая приемлемая техника, именно вот техника штрихования, потому что она может давать очень такие тонкие переходы. Я вот уже вам здесь рассказываю технические такие приемы работы с этой краской. Это можно использовать не только в иконописи, естественно, но рисуя цветы, природу, пейзажи, неважно что. Вот, и нам нужно нос теперь немножко тоже проработать, выделить.
И с этой стороны также, что мы видим, что здесь у нас будет большая такая тень от носа. Но вот эта тень у нас, она должна быть прикреплена к какой-то линии. То есть эта линия не может быть сама по себе. То есть она должна растягиваться или в эту сторону, или в эту сторону. Но у нас будет еще потом, немножко позже мы сделаем полутон на ней. Мы еще введем, повторим некоторые вещи из тех, которые мы делали в начале, потому что они уже немножко здесь как бы спрятаны под слоями. Я имею в виду то, что мы прорабатывали красным цветом, этого уже почти у нас не видно. Вот.
То есть, если мы посмотрим, у нас здесь вот нижняя губа, она всегда находится в такой тени, и мы как бы плавно эту тень выводим на усы. Ну, я уже говорила, что форма усов – это особая тема у нас. Мы будем отдельно все это изучать в разрезе пластической анатомии. Вот я еще повторяю, что то, что я вам показываю, это те вещи, которые также очень важны в портрете. Я не знаю, возможно, это для вас такой немножко сложноватый путь, но я делюсь тем, что я сама как бы для себя считала всегда важным и то, что мне нравилось в иконе. То есть вот именно какой-то поиск, не просто вот раскрасить, растянуть там свет, тень, там, когда у нас в работе всего три тона, это очень просто и легко, в принципе, сделать. Потому что многие иконы написаны с минимальной тональной проработкой и с минимальной глубиной восприятия как в плане формы, так и в плане образа. То есть, видите, каждая тональная проработка у нас делает лик все более и более таким насыщенным и глубоким по тону и по форме.
То есть я уже вам здесь практически пишу икону. Я думала, что это будет как-то более все быстро и просто, но у меня, как говорится, мы не ищем легких путей. То есть, как вы видите, линия – это у нас, можно сказать, святое в любой работе. Поэтому а для тех, кто хочет в совершенстве овладеть искусством, неважно, иконописи, живописи, акварели, нужно потратить все-таки довольно большое количество времени на приобретение навыков рисования. Я постараюсь в ближайшее время подготовить специальный курс, который поможет всем желающим освоить мастерство самостоятельно. Поэтому следите за моими сообщениями и за ссылками, потому что это будет на другом канале. Конечно, при условии, если это вам будет интересно, потому что мы все очень разные и идем разными путями, поэтому я понимаю, что мой способ рисования может не всем подходить. Вот здесь еще немножко также мы вспоминаем форму черепа и немножко заведем в тень вот эту часть головы. Видите, как постепенно у нас получается такой слепок головы, как если вот мы возьмем в черно-белом свете все это, то будут более заметные нюансы формы. На этом я завершаю свое видео сегодня. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. До новых встреч. Творческих удач. Любви, счастья и мира.